С Днем Победы и с победой. Как оцениваете сегодняшний матч? Тоже вас поздравляю с великим праздником. Спасибо вам за поздравления. Вот. Матч оцениваю, ну, конечно, хорошо. Если выиграли, это в любом случае положительный результат. Смогли отыграться, счет 2-1, по-моему, проигрывали. Вот, поэтому хорошая игра, хороший счет. Думаю, зрители были рады в такой день. Красивая игра, много голов. Позади игры с разными командами, чем отличается стиль игры Казахстана от стиля игры Белоруссии? Да, не могу как-то сказать, что там сильно отличается игра, все равно две команды, и белорусы с нами там где-то настраивались больше играть, а казахи сейчас поехали на чемпионат мира, и у них были принципиальные, более важные матчи впереди, поэтому для них это всего лишь была подготовка. Но в любом случае, как бы, мы настраивались побеждать, а сравнивая команды, примерно одинаковые, что ли, не уделял внимания тому, чтобы отличать, чем они различаются. У вас достаточно длительная сухая серия была. Почему сегодня все-таки вот она прервалась? Не помогли Артем Клешкову. Ну, наверное, он уже много настащил. Там моменты были очень опасные. Всегда помогал, выручал. Подвели его, в общем. Каждую игру составы достаточно сильно меняются. Как это влияет на настрой? Меняются или не меняются? Меняются достаточно сильно. Да, наоборот, я бы не сказал, что у нас как-то большая ротация, есть какие-то точечные изменения, поэтому наоборот, в основном одним кулаком, одной командой идем, и поэтому наоборот, нет, в общем, каких-то значительных изменений. Чем для вас отличаются игры в КХЛ от игр за сборную? Ну, конечно, игры за сборную – это в любом случае большая ответственность, это большая радость, гордость, что ты представляешь страну, носишь герб у себя спереди на груди, поэтому это большая ответственность, чем когда ты выступаешь за команду.